Для конкурса «Дети читают стихи». Меня зовут Юлия Надирова, мне 16 лет. Проживаю в городе Чебоксары. Стихотворение Сергея Есенина. «Ты меня не любишь, не жалеешь». Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, не на плечи, руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о ком-нибудь другом. Я ведь сам люблю тебя не очень, утопаю в дальнем дорогом. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобой, улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой, распылять безрадостные дни. Только не целованных не трогай, только не горевших не мани. И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку и с тобой встретимся во вновь. Отвернув другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо «Добрый вечер». Я отвечу «Добрый вечер, мисс». И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подожжешь.